Сетевой адаптер – источник питания или блок питания, работающий от сети переменного тока, имеющего на выходе одно или несколько переключаемых напряжений постоянного или переменного тока. Конструктивно выполнен с разъемом или штекером для подключения к аппаратуре для ее питания. Как правило, сетевые адаптеры имеют фиксированное напряжение на выходе и не имеют регулировки тока потребления нагрузки. Сетевой адаптер – переходник источника питания между промышленной и электрической сетью и требующей питания нагрузкой, например, различными бытовыми приборами. Лабораторные источники питания имеют множество функций выполнения различных операций. Существуют программируемые линейные источники питания, одноканальные и многоканальные источники питания, малой, средней, большой мощности, импульсные, программируемые источники питания и лабораторные автотрансформаторы. Какие функции выполняет лабораторный источник питания? В первую очередь, на любом лабораторном источнике питания на передней панели находятся цифровые или стрелочные индикаторы для контроля с задающими параметрами, позволяющие правильно и точно выполнить необходимые операции. Основное качество и отличие лабораторных источников питания – плавная регулировка задаваемого тока нагрузки и напряжения, необходимого для работы того или иного прибора или аппарата. Многие данные источники имеют несколько контролируемых выходных напряжений, соответственно, параллельно регулируемых и токовыми параметрами. Это большой плюс источник, особенно для разработки нового оборудования, а также для ремонта стационарной аппаратуры. Все лабораторные источники питания распределяются по мощностям, к более мощным относятся импульсные. Большой популярностью пользуются программируемые источники питания. Основные качества этих источников – большой выходной ток, высокий КПД, программируемый цифровой интерфейс, защита от перенапряжения и термостабилизация. Логическое управление вентилятором охлаждения при изменении выходной мощности, встроенная программа самотестирования. Не менее популярные источники, относящиеся к лабораторным, автотрансформаторы. Этот источник питания необходим для питания профессиональной техники в местах с пониженным напряжением. Автотрансформаторы оснащены регулятором напряжения, цифровым или аналоговым. Данные источники питания имеют большую мощность для работы с одним или несколькими подсоединенными нагрузками. Приобретая тот или иной источник питания или адаптер, необходимо в первую очередь ознакомиться с его характеристиками и возможностью пригодности для дальнейшей эксплуатации.